уже шумит. Очень здорово. Просыпающийся город. Транспорт несет людей на работу. Ну а мы на утренней пробежке. Привет, привет, привет. Когда ты читаешь мой блог, конечно, возникают вопросы. Так как же конкретно называется увлечение, которое нам так нравится? Ну, конечно, по утрам, когда мы с тобой бегаем кружочек недалеко от дома по городским тротуарчикам и вокруг реки, это бег трусцой, джогинг. А вот наши беговые путешествия по выходным, здесь с терминологией все сложнее. Я употребляю кросс-кантри бег вместо легкоатлетического кросса. И есть еще трейл-раннинг. Если попытаться обратиться к соответствующей статье в Википедии, то что можно разъяснить? Ну, я так понимаю, кросс-кантри бег, это все-таки хоть и бег по пересеченной местности, но там трасса более-менее внятная, более-менее ровная, и на ней ты никогда не попадешь в затык. Это вот, например, когда мы бегаем в полях. А трейл-раннинг или трейл-раннинг путешествие, там уже что-то смесь между кроссовым бегом и горным бегом. Там уже всякие на трассе можно встретить овраги, всякие горки, насыпи, железные дороги, непроходимый лес, поваленные деревья. И там уже в некоторых случаях как бы с кроссового бега ты переходишь, наверное, на какой-то трекинг или продирание сквозь чего-то. Конечно, ты понимаешь, что последнее более приключенческое, и оно более захватывает и мне нравится. Вот и на предстоящий грязебег я разрабатываю трассу. И какая она будет? Ну, конечно, будет трасса для трейл-раннеров. Ну, а у меня на сегодня все. Живи ярко. До следующей встречи. Классных нам трасс, бурных ощущений, положительных эмоций и всего-всего самого интересного.